очень. Потому что здесь и не видно, потому что ты задрал уже это. Конечно, потому что мотал. Первое, да, скажу, что не волноваться, в первую очередь. Вы все это знаете, вы все это умеете, мы в тренировочном процессе все это с вами отработали. И понимаю, что оно может быть волнение, но думаю, что игра должна все-таки приносить удовольствие нам всем с вами. Давай, поехали! По спине сильно, по спине сильно, сильно, друг другу по спине, сильно, я на длине, Кого еще сильнее по спине? Please, yours, play with respect, okay? Respect to us, you, your team, okay? Hello, what do you want? Which is that? Еще на ногах, дорабатывай! Лера, оставляй, Лера, оставляй! Еще! Хорош, хорош, все, пойдем! Все, здорово, здорово, шубы сели! Хорош, Тань! У всех нормальное состояние. Девчонки, давайте по-честному, если кто-то не может, не знаю, усели ноги, лучше сразу здесь поменяться и выпустить свежего игрока, чем мучиться еще 45 минут. Все могут играть? Да. Отлично. Группа, свой контроль. Спокойно, размеренно, не бить, не долбить никуда, не спешить. Вы все умеете, вы умеете обыгрывать по фланге, вы умеете завершать, вы умеете добивать, все умеете. Просто сейчас нужно выйти на во втором тайме и не дать им шанса подумать, что мяч окажется в финале. Они пробили 20 раз, а мы пробили 2 раза за первый тайм. Чувствуете разницу? Сейчас нужно это перевернуть в другую сторону. Мы должны пробить 50 раз, а им ни шанса не оставить на нашей половине поля. Это понятно во втором тайме? Все готовы играть? Да! Давай, стихуемся! Готовимся во втором тайме. Дед, вы позлее в каждом месте отпускай человек, там бьют нас по ногам, мы пропускаем такие ситуации. Это нельзя делать, дед. Надо злиться друг на друга, на них злитесь, девчонки. Давай! Еще второй тайм есть! Давай, там, там разобрали, там! Ира! Далее!
Да! Тайм, но второй тайм уже похож. Да. Я вас всю жизнь буду ящерицу. Вот здесь, да? Я хочу ящерицу. Теплая, думаешь? Передаю привет своей маме. И всех с прошедшим 23 февраля. Всем спасибо, всем пока.